43 BC a new triumvirate was formed in Rome. А как раз в это время, в 43 году до нашей эры, появляется новый триумвират. This triumvirate consisted again of three persons. А этот триумвират состоял из трех людей снова же. Одного из представителей триумвирата звали Лепид, он правил в Азии и на востоке от Азии. Mark Antony, также Марк Антоний входил в триумвират, он правил в Сирии и в Израиле. And and then thirdly there was Octavian, who was in charge of Rome and Greece. Человек по имени Октавиан правил Греции и в Риме. So the Romans tried again to see if they could rule successfully with the triumvirate. Римляне попробовали еще раз создать триумвират, надеясь на то, что такое правление будет успешной формой. Eventually, however, Lepidus died, was taken out of the picture. Однако снова умирает один из них, умирает Лепид. And once again there was a power struggle between the supporters of Octavian and the supporters of Mark Antony. И снова разразилась борьба между теми, кто поддерживал Октавиана, и теми, кто был на стороне Марка Антония. And eventually that power struggle ended in 31 BC. 31 году заканчивается эта вот борьба между двумя представителями. Когда Октавиану удалось одержать победу над армией и флотом Марка Антония. We'll come back to that a little bit more, but we ask the in a bit. Мы с вами еще вернемся к этой ситуации через какое-то время. But first consider the turmoil that was going on in Israel during this time. Но мы с вами сейчас будем говорить о том, что происходило в Иудее, о времени беспорядков, о неспокойном времени, вот в период второго триумвирата. Now Antipater had just been executed. Итак, мы сказали о том, что Антипатер был умерщвлен. Hyrcanus was a weak ruler. Гиркан был слабым правителем. And he had the two sons of Antipater, Phasael and Herod, serving as governors. И также говорили о том, что два сына Антипатра, Фазаил и Ирод, были префектами, один в Галилее, другой в Иудее. And it was during this time that a delegation of Jews appealed to Mark Antony to replace Herod and Phasael. Вот такая была обстановка, когда делегация евреев отправилась к Марку Антонию с просьбой о том, чтобы сместить с должности префекта Ирода и Фазаила. Being a man who did not have a great deal of admiration of the Jewish people. Так как Марк Антоний не очень восхищался евреями. Octavian, who was in Rome. Вернее, Октавиан, который был в Риме. Not only refused the request. Excuse me, it wasn't Octavian, it was Antony Нет, все правильно, это был Антоний, да, а не Октавиан. Марк Антоний, который решил не удовлетворить эту просьбу евреев. Not only refused the request of the delegation. Но он не только не удовлетворил просьбу этой делегации, but he elevated Phasael and Herod from the roles of governor and made them tetrarchs of Judea. Более того, возвеличил Ирода и Фазаила, и теперь они были не просто префектами или управляющими, они стали тетрархами. But their reigns did not last very long. Однако вот их правление в качестве тетрархов продолжилось не очень долго. Because Antony got sidetracked by other issues. Потому что у Марка Антония появились интересы, другие интересы, которые заботили его больше. And the main issue was that Antony fell in love. Чем политика? Дело в том, что Марк Антоний влюбился. He fell in love with the queen of Egypt. Он влюбился в царицу египетскую. And you know who her name was? Вы, естественно, знаете, как ее звали, да? Who was that? Yeah.
Cleopatra. Да, ее звали Клеопатра. The famous love affair between Anthony and Cleopatra. То есть это, наверное, знаменитая такая любовная история Марка Антония и Клеопатра. Well, he got so enamored with Cleopatra, he wasn't paying much attention to what was going on in Israel. А он был настолько зачарован Клеопатрой, что совершенно не обращал внимания на то, что происходило в Израиле. And then the Parthians from the east invaded Israel and took control of it while Anthony was off in Egypt wooing his lover. А в то время, когда Марк Антоний развлекал свою любовь Клеопатру, парфяне с востока вторглись на территорию Израиля и захватили. And so the Parthians came and took control of this region. А парфяне захватили эту территорию. And they placed the son of Aristobulus II, whose name was Antigonus II, on the throne. И вот именно в это время парфяне назначают на престол Антигона II, который был сыном Аристобула II. And they captured Hyrcanus. Они схватили Гиркана. And took him into exile in Parthia. И отправили его в ссылку в Парфию. And because Hyrcanus was the high priest, потому что Гиркан был первосвященником, they wanted to make sure he would never serve as high priest again. Они хотели убедиться в том, чтобы больше никогда не смог стать первосвященником. What they did was they cut off one of his ears. И они отрезали ему одно ухо для этого. Actually, both of his ears. А вообще-то два уха отрезали. In fact, the story is they didn't just cut off his ears. В истории говорится о том, что они не просто отрезали уши ему. They actually bit his ears off. Like people did. Yeah. Они в Британии говорится о том, что они откусывали уши, то есть по чуть-чуть. Kind of like the boxer, you know, if you hear this. То есть, наверное, слышали историю о том, как однажды Майк Тайсон укусил, да, ухо своему сопернику. Вот то же самое, наверное, было и с Гирканом. So there would never be a possibility of ever again becoming high priest. То есть они сделали это для того, чтобы у него больше никогда не было возможности стать первосвященником. And of course, when the Parthians took control of Israel, that put both Fazael and Herod in danger. А естественно, что когда парфяне вторглись в Израиль, то опасность угрожала как Фазаилу, так и Ироду. Фазаил, being in Jerusalem, was in a dangerous location. He couldn't escape, and he was put in prison. Фазаил в это время находился в Иерусалиме, естественно, он не успел никуда скрыться, а оказался в тюрьме. Rather than face the torture that he would go through in prison and the pain of it, Fazael took his life. Фазаил не хотел подвергаться пыткам и вот тем страданиям, которые его ожидали в тюрьме, и просто покончил с собой. Herod, however, being located in Galilee, had the opportunity to escape. Ирод в это время находился в Галилее, то у него еще была возможность сбежать. And so he escaped with his family down on the east side of the Jordan River, went back to Edom and to the city of Petra. И вот по Иордану они отправились вниз, и вместе со своей семьей он отправился в город Петра. Left his wife and family there for their protection. Оставил в этом городе свою жену и he went on around for a period of time to stay at his fortress that he built at Masada. А сам отправился в крепость под названием Масада, которая была им построена для этого. And then eventually went to Rome for safety. И через какое-то время переправился в Рим, ища там безопасное место. And while he was in Rome, пока он находился в Риме, Antigonus was ruling now as the new king in Israel. Пока он находился в Риме, в Иудее правил Антигон. Though Antigonus was no more than a puppet of the Parthian rulers. Хотя на самом деле Антигон был лишь марионеткой в руках парфян. And the Romans did not like what they saw because they wanted to control this region
And they saw the Parthians as a threat to the eastern end of their empire. Римлянам, однако, не понравилась такая обстановка, потому что тот факт, что парфяне находились на территории, которую хотели они контролировать, предоставлял для них опасность для других провинций. And now that the Parthians had access to the Mediterranean Sea, the Romans feared that they could now use their navies to attack other parts of the Roman Empire. И также римляне опасались, что теперь, когда у парфян появился доступ к Средиземному морю, они могут воспользоваться флотом и напасть также и на Рим. So the Romans were just trying to decide what to do about Israel. Поэтому римляне начали думать о том, что же делать с Израилем. And Octavian was ruling in Rome. А в это время правил Октавиан в Риме. And about the time he was trying to figure out what to do, here appears Herod in the city of Rome. А и вот как раз в то время, когда Октавиан думал, как же разрешить эту ситуацию, в Риме появляется Ирод. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. One thing Herod had in common with his father was he was a very capable diplomat. Ирод был похож на своего отца в том, что был достаточно способным и искусным дипломатом. He had a way of winning the confidence and the admiration of people around him. Он умел расположить людей к себе и вызывать их восхищение. And he had an audience with Octavian. Он встретился с Октавианом. And during that audience, he convinced Octavian that he was a very capable ruler. И вот во время встречи или во время этой аудиенции у Октавиана он смог доказать, насколько он искусный правитель. And so, being impressed with Herod, Octavian in the year 39 BC. Октавиану понравился Ирод. И вот в 39 году до нашей эры appointed Herod as king of Israel. Октавиан назначает Ирода царем над Иудеей. Not tetrarch, not ethnarch, but king. Не тетрархом, не этнархом, а царем. It was one of those good news, bad news kinds of things. То есть это вот такая ситуация, когда вроде бы и хорошие новости есть, и плохие новости одновременно. It's like Octavian said to Herod, "I've got good news for you." А Октавиан вот ему говорит: у меня есть для тебя, Ирод, хорошие новости. I'm appointing you king. Я назначаю тебя царем над Иудеей и Галилеей. But I also have bad news. Но у меня еще и плохие новости есть для тебя. You can't begin your rule until you go and conquer that land. А для того, чтобы начать царствовать, тебе нужно эту территорию захватить сначала. So he sent Herod back to Israel, and he says, as soon as you can drive the Parthians out, you can be king. А и поэтому Октавиан отправил Ирода на эту территорию и сказал, когда захватишь эту территорию, тогда и будешь царем. And so Herod, with the help of the Romans, was able to gather together an army. Но Ирод вместе с помощью римлян собрал армию, went to Israel, отправился в Израиль, and fighting ensued for 2 years. Сражался на протяжении 2 лет. Finally, и в конце концов, in 37 BC, в 37 году, Herod was able to overrun Jerusalem and take control of it. Ирод смог захватить Иерусалим. He slaughtered the armies of Antigonus. И, конечно же, были кровопролитные бои вместе с армией Антигона. Antigonus was taken captive and ultimately was beheaded. Антигона захватили в плен и в конце концов казнили через голову отрубили ему. And with the death of Antigonus, the rule of the Hasmoneans ended forever. Вот таким образом, со смертью Антигона II, заканчивается вообще династия Хасмонеев. And the era of the Roman dominance through the Herods. И начинается период господства римлян через правление Ирода Великого.